Доброе утро, друзья мои, подписчики и гости канала. Мы въезжаем на Южный мост и поедем по улице Краста, береговая. Поедем в сторону центра. Здесь у нас с левой стороны за мостом Кенгаракс. С правой стороны микрорайон Краста. С левой стороны остается. И уже под мостом оказалась школа. Школа Кузнецовская из красного кирпича. Их несколько в Риге по одному проекту построены в начале прошлого века. Вот мы спускаемся. Дальше мост идет через Даугаву на левый берег. А мы спускаемся на улицу Краста. Здесь всякие развязки. С правой стороны у нас микрорайон Краста. Так. И вот она, Краста Ела. Видна телевизионная башня. Пасмурно сегодня. И всего 9 градусов. И дождик моросит. Вот эта школа 75-я. Мы снимали там спортивный комплекс. Это развлекательный центр Лидо. Пасхальные украшения. Вот такая курочка на яичке. Да. Утро. Машин мало. Выходной. Строили все, здесь ничего не было, и дороги этой не было. Да. А сейчас кругом и офисы, и магазины, заправки, да, много заправок. А когда в 90-х годах, помнишь, одна цистерна стояла, проблемы были с бензином, с топливом. В Россию ехать негде заправиться. Да. Вот так вот. Здесь торговый центр Моллс. Да. Это все едем параллельно Даугаве. Параллельно нашей прекрасной Даугаве. Вот там яхты. Уже мало осталось, видимо. Уже вышли на воду. Ага, вот храм, старообрядческий храм. И здесь полиция. Соспатруль облава, как Юра. Проверка, потому что сегодня праздничный выходной день, пасхальный, и проверяют всех на алкоголь. У нас, если нарушен алкогольный режим, то все, отбирают машину, и машины эти отправляют в Украину. Так решили наверху. И вот наш московский Форштадт. Здесь вот было здание, помнишь, поликлиники или больницы пенициллиновой. Снесли уже. Это улица Москва. Вот будет под низом. Вот она. Мы выехали на Лачпляша. Она как раз с моста спускается. Это островной мост. С него спускается. Проедем чуток по пасмурной Риге. За перекрестком улица Гоголя. Слева направо. Вот она чуть-чуть и будет переходить в улицу Садовникова. А мы по Лачпляша проедем дальше. Так, продолжаем путь по Лачпляша. Она пересекает все параллельные главные улицы Риги. Видно строение.
строительство железной дороги Реал-Балтия. Здесь уже все насыпи были снесены. Все строят, строят. Слева остается вокзал. Направо улица Валмирес. Мы с вами ездили по ней. Пересекаем улицу Авато, которая вот начинается слева от улицы Мариес и продолжается до пересечения с началом улицы Деглова. Такие вот старинные особнячки. Но сейчас уже не знаю, хозяева объявились или нет. И мы будем поворачивать, да? Нет, мы будем пересекать улицу Александра Чака. Вот. Здесь уже новострой. Подъехали к крыше Янбарона, по которой ходит трамвай. Направо. Нам нужно направо повернуть. Так. Ах, брусчатка. Не люблю я. Я всегда представляю, как раньше на конках тут это лошади сбивали все эти подковы. Так, Гертрудес улица. Налево был храм. Мы стоим на перекрестке улиц Тербатас и Гертрудес. И вот впереди храм старой Гертруды. То, что у нас есть второй храм именно Гертруды, святой Гертруды. Так, пока зеленый перейду. Вот там улица Тербатас начинается от Сакты, от бывшей Сакты. И идет вперед до Артиллериес. Нет, до Таллинас. Такие здесь дома красивые. С такими башенками. Итак, мы идем по Гертрудес. Смотрите, какое красивое здание. Юрик, как всегда, впереди вышагивает. Мы пройдем с вами до улицы Бривибас. Вот там, где этот храм, там уже улица идет Бривибас. Бывшая Ленина. Да. Когда-то еще ранее Александровская. Смотрите, какие красивые вензеля, лепнина. Какой балкончик наверху чудесный. Красота. Сегодня воскресный день, поэтому парковки бесплатные. С трудом нашли парковку, припарковались. Сейчас прогуляемся. Ветрено сегодня, прохладно. Да, так хочется уже тепла. Не знаю, вот эта улица Акас, она так уголком заворачивает, выходит направо на Тербатас. Птички поют.
клички. Салон. Такая прогулочка. Такая прогулочка по Тербатас. Вот тоже чье-то имение бывшее. Усадьба была. Скорее всего, сзади там был садик. Это уж потом выстроили все эти каменные джунгли. Ладненько. Вот так продолжаем идти по Гертрудес. Красивое здание. И выходим к улице Бривибас. Этот храм святой Гертруды, старый храм, потому что Наталья у нас новый, позже выстроенный на месте бывшего рыночка. Да. А рынок перенесли там, где сейчас Матвеевский. Вот красивый дом угловой. Вот за этим храмом улица Сколас. Параллельно Бривибас идет. Дождик накрапывает, да. И ветер. И вот такая улица Бривибас. Серое здание слева. Это бывшее здание КГБ. Сейчас там музей ЧК, как называют. И вот знаменитое здание, бывший Ригас Модас. Здесь диктовали моду на весь Советский Союз. И журнал был свой, Ригас Модас. Так же, как эстонский силуэт. Высится здание Редисон. Это бывшая Латвия. Гостиница Латвия. Вот Ригас Модас. Название осталось. Здесь шикарное было ателье. Да. Дождик капает. Вчера было больше людей в городе. Центральная улица города Риги. Впереди уже виднеется аллея Бривибас. Ну что ж, покажу магазин Дуни. А вот это здание 1909 года постройки. И вот во второй секции над балкончиком вензель хозяина дома, инициалы. Вот такой огромный дом, красивый. Это все улица Гертрудес. И впереди Кристиан Барона. А здесь, в этом здании, магазин продуктовый Мега. И есть проход сквозной с улочки с этой на улицу Мартас. Мы сейчас и пройдем. Вот такой там продуктовый магазин Мега. И это выход на улицу Мартас. Мы здесь где-то парковались. Сейчас зайдем до машины. И уже поедем в сторону дома. Холодно. Руки мерзнут. Такая маленькая улочка. Она коротенькая от
улицы Тербатас. Вон там вдали виден мурал на торце школы. Знаменитый, я о нем рассказывала вам. И вот улочка от Тербатас до Крещенбарна. Такая, я вам рассказывала про этот дом, про мемориальные доски на нем. Все это можно посмотреть в плейлистах моих. Мы продолжаем поездку по Тербатас. Вот в этом доме жил Оскар Строк. Я снимала об этом композиторе нашем знаменитейшем, короле танго, ролик. На том доме висит мемориальная доска. Сейчас мы будем пересекать бывшее Сарканармис, а сейчас это у нас Брунвейко. Дождик все моросит временами. А сейчас мы пересечем улицу Матисса. Вот здесь пожарное депо, одно из пожарных депо. За ним рынок, Матвеевский рынок. О нем мы тоже снимали ролик, гуляли с вами по нему. Вот. Это мы продолжаем путь по улице Тербатас. Вот здесь за забором когда-то стоял Ледовый дворец. Прекрасный дворец. Столько здесь было матчей сыграно и в хоккей. И концертов прошло. В 90-е годы начали здесь всякие распродажи. Рынок такой стихийный устроили. Потом снесли здание дворца. Шикарное было. И все. И сколько лет уже? Несколько десятков стоит за забором. Пересекаем улицу Артиллериес. И будем выезжать на улицу Таллинас. Вот такой вот центр. Центр Риги. Мы направо пойдем? Ага. Ну, а по Таллинас мы уже с вами ездили, так что знаете уже. С левой стороны на углу Бриубис и Таллинас будет здание храма Святой Гертруды. Новая Гертруда. Вот. Ну что ж, по Таллинас мы будем в сторону дома двигаться. Спасибо большое за совместную поездку. А сейчас мы Крещенбарна пересекаем. Это у нас трамвайные пути. Трамвайчик на юг идет. Да. До свидания. Хорошего вам всем дня. Благословенного дня. Будьте здоровы и счастливы. Я вас всех обожаю. А мы тем временем подъехали к улице Александра Чака. И поедем дальше. Да. Это уже район Гризинканс. Пока! Выехали на Ошканский Зимитанский мост. Вот это здание Рижская бальзамка. Здесь производят бальзам. Мост над железной дорогой. Торговый центр Домина. Очень много различных бутиков, различных магазинчиков и продуктовый. Здесь Максима, по-моему, да? Максима, да.